Последняя домашняя встреча для химика обернулась кошмаром. Ты стараешься и выкладываешься, но продолжаешь пропускать. В матче за Уралем желто-синие бились от начала до конца, но итоговый счет похож на разгром. А как все хорошо начиналось. Максим Баян открывает счет на 4-й минуте. Там Ярославлев первый на шаге, хорошая передача. Баян! Гол! Гол, да. В этот день пресловутый хоккейный бог был на стороне команды противника. Стоило добиться уральцам преимущества в численности, как тут же следовал гол. 3 раза из 4 гости реализовали лишнего. Хороший выгруз и гол. 1-1. Бросает и капитан за Уралем наказывает химик за это удаление. Влада с минимальным счетом. Ради разнообразия в третьем периоде за Урале забивает и в равных составах, доведя счет до разгромного 1-4. Однако это не значит, что химик выглядел без зуба. Борьба продолжалась до последних минут, но пробить страж ворот так и не удалось. В отличие от противника, наша бригада большинства ответила уральцам лишь молчанием. Александр Иванов, новости Искр Вект.